В городском округе часто проводят учения «Эвакуация при пожаре. Действия при чрезвычайном положении». Сегодня Московский областной колледж искусств стал тренировочной площадкой по отработке антитеррористических действий. Руководители образовательных организаций, культурных учреждений, сотрудники Управления территориальной безопасности изучали теоретическую часть вопроса. Для тренировки место выбрали не случайно. Несколько моментов. Во-первых, удобное территориальное расположение. Во-вторых, в колледже постоянно присутствуют студенты, то есть это не, например, в домах культуры, там, если есть концерт, то это большое количество единовременного пребывания людей, если нет концерта, то чуть меньше. А здесь единовременно присутствует до 400 человек, включая сотрудников. Поэтому здесь важно эти моменты тоже отработать. Самая главная практика. По легенде учения, около здания обнаружили и ликвидировали подозрительный предмет. Все студенты и сотрудники колледжа успешно прошли тренировку.